Первая самая такая действенная техника, связанная с телом. Все-таки страх – это инстинкт, и значит, надо работать буквально с физикой, буквально со своим телом. Итак, все с телом. Первая техника, которую я вам дам, называется шинель. Это техники с телом, теловые техники. Я у Гандапаса, у Виктора Гандапаса это услышал. Гандапас, ну, известный риттер, один из лучших риттеров. Он берет, он работает с телом. Шинель – это работа с телом, а именно с, ну, непосредственно, буквально. Он говорит так, представьте себе, когда вы вышли на аудиторию, что у вас на плечах такая тяжелая офицерская шинель. Вы должны выпрямиться, позвоночник как можно длиннее. Отвели назад, и затем так раз, и сбросили эту шинель. Плечи опущены, позвоночник ровный. Бояться невозможно, физиологически нельзя. Потому что это поза победителя. Это поза, кто ведет, а не тот, кто боится кого-то. Вот так постояли, все, страх уходит, страх выжигается. Обращайте внимание, вот я часто с собой, ну, начал, когда это узнал технику, стал замечать. Например, что-то произошло, и я понимаю, что мне чуть приподнялись плечи. Буквально раз, опускаешь плечи, все, страха нет. Страха нет. Пожалуйста, по шинели. Вот такая простая техника. Вы хорошо выглядите? И страх. Просто держаться ровно, то есть осанку держать. Да, плечи, главное плечи, чтобы мышцы, вот эти спинные мышцы, чтобы были расслаблены. Все. Следующее, это, конечно же, дыхание.